Сразу. Тест мечты Мотороллы. Вот так вот умирают гуманитарщики. О, блядь. Давай, пойдем. Уходим. Мы здесь. Не задерживаемся. Слышь, что? Ебаный свет, грудовато. На Иван. На что им говорит? Вперед. Хорошо, блин, реально, ребят, хорошо у вас. Хорошо тут, ребят. Вот, по-домашнему как-то. По-домашнему, да. Вот. Опа, блин. Дальше. Опа. Видел мотора? Три штуки возле машины прям лежало. Ой, блядь. Красота! Да? Да. Это пиздец. Слушай, ну в наушниках-то сказка. Это более чем забавно, что вы пасите по нашей тачке. Да. Я-то думал, что здесь будет как-то все... Поспокойнее, да? Поспокойнее, оказывается, нет. Да нет. Моторола устроил действительно экскурсию. Экскурсии по Новороссии, по полной программе. Да, это... Выходишь из машины... Сколько мы прошло? Минута? И сразу начали лупить, конечно. Даже не минута, но... Они поэтому и носятся так, да. Вышло и начали лупить, да. Такие вот эталонные москвичи. Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер, да, русская версия. Иваныч, почем номера в гостинице? Дорого! Так, пока... О, прямо в окно. Хорошо, вызовем, да, зимай. О, хорошо, полетел. Это смс. Вернуться не обещал. Ох, как хорошо лёд. Все, куда надо. Вообще. Зачем Петрау бить? Можно тоже у вас смс-очку продолжить. Это вот молоко стояли, как говорится. Ну, смотри, знаменитое просто место. Вот здесь Пореченко прозвездился, так сказать. Да, дед на голову. Полка покажу. Что? Полик. Ну, полка полагается. Капитанский рупор. Матрос легенда. Матрос. Угу. Легенда у нас командир. Мы рядом с ним. Могли в замес перчатки. Ножку. Что, дед заряжен? Да, да. У него отдача хорошая, я помню. Вот так попробовали, мы не достаем. Не достаем, оно у него сопровождение на 2 километра. Лошара. А, бывает осечки. Это под лицо сделал, нормально. Ну я синий от отдачи, вы что, мужики? Прикалывались маленько? Нет, ты не понял. Я тебе говорю, не упирай в плечо сильно. Когда идет, уходи вместе с плечом. Понимаешь смысл? Ну, это надо привыкать. Надо к вам на месяц приехать на обучение к матросам. Да. Вот посмотри, как дед, покажи, как ты стреляешь. Да деду я, похую. Да. А, понятно, он не спасибо. Держит плечо, блядь, понимаешь, под удар. Видишь, у нас игрок. Отдачи нет, говорит. Сейчас ты, блядь, не летишь, не бьёшь. Броники приходят. Ну а что вы его не спали? Ну да, ну как что было? А позывной твой какой? Лето. Лето. Я из Екатеринбурга. О, молодец.
Сейчас все твои земляки смотрят и радуются. Да. Ну, при этом... было как. Сначала был сильный обстрел, я слегка обосрался и сидел в щели. Потом слышу, где-то стали наши стрелять. Лажу, блядь, что-то тут везде дым, все остальное. Смотрю вот в тот монокуляр, и раз передо мной бэха прямо проезжает. Ну, БМВ с людьми. Думаю, вот, блин, обидно. Смотрю, а в дыму ни черта не видать. Слышу, как наши бахнули что-то, и пламя такое. И я на это пламя прямо раз послал ракету. И бубух, и все. И герой. Я не понял, что я уничтожил там. Потому что потом тут это, снова начался обстрел. Я снова подзалез, потом мы выбежали туда, потом бежит нос. Я говорю, нос, слушай, а я во что-нибудь попал? Он смотрит в прицел и говорит, так, танк разъебанный в прицеле. Ты что, говорит, ты его въебал. Я думаю, нифига себе. Вот ездим по позиции Моторола и видим, что до ребят все доходит. И шлемы наши, которые отправили, вот шлемы, которые вот последние отправили, вот жилет наш, вот видно, ну, не раскрывает. Вот броники. Все, на сегодня вечером мечту Моторола перетянем, вообще ребята все будут комплектованы. А что за мечта? Мечту увидишь. А вот и наушнички тоже на человеке наши присылают. Активные, супер, да? Великолепно. Боец Моторолы. Акция «Почувствуй себя Моторолы». Почувствуй себя Моторолы. Вот он. Мужской вариант бутерброда с колбасой. Да. О, видишь? Колбаса частично толще, чем хлеб. 1-2 проекта. Что, здесь сидел, да, когда с холода прилетел? Да. Вот. А ведь это... Будем называть этаж, нет? Не надо. В общем, высоко. Нет, главное, нет, самое главное, что и продолжает здесь сидеть. Да, и все равно продолжает сидеть. Спокойно, потому что... сейчас себя посадил, тебя посадил, правда. А потому что я этот? Нет, он меня посадил, потому что сейчас по расписанию должны как раз бабахнуть в протесте. Но на мне пока еще не мечта Моторола, потому что поэтому немножко волнуюсь. Экскурсии по Новороссии, гид Моторола. В общем, вот дизайн интерьера, лично Моторолу занимается, выбором обоев. Это мои ребята. Три или четыре дня назад пришла к Мотороле и Гиве форма наша. Вот ребята уже в ней сидят. Вот по чесноку как? Теплая форма, не продувается, все хорошо. Все, отличная и форма. И вот тоже, по-моему, да, боец? Да, тоже такая. Так точно. Ух ты! Она держится уже совсем на соплях. Да. Выходные какие у нас. Криво, конечно, но ладно. Но информативно. Все логично. Все логично. Дырки не попадают. Все, подружились. Подружились, говорит, забирай. Забирай меня в Москву. Ну, куда я? Ну, конечно, куда я еще. Бежали. Ой, тихо, не заходим к тебе. Не заходим. Гуманитарный конвой приходит, ты понял, как это? Да. Короче, пункт выдачи, да, допустим. Ну, вот эти люди, у них ни транспортного средства, ни никакой кондиционер сюда же не приходит. Да. И отсюда автобусы никакие не ездят. А возможности вызвать такси, не получая пенсию. И живя неизвестно где, в разбитом доме. Возможности просто нету. И если вот там периодически хоть кто-то будет там отправлять, там, допустим. Ну, вот, допустим, нет, я отправил вот специально там посылки для там стариков, допустим. Ага. Они именно вот ребята передадут куда надо. Они все находятся здесь на передовых позициях. Они знают, кто где живет. Они хорошо отнесут. Сделаем. Ну, значит, в следующем Грузии так и будет. Вот жилой квартал. Смотри, не провались. Вот такой беспредел. Это все изращенное вообще. А вот в этом доме живут люди.
Кстати, зацени. А вот и гуманитарочка. Еще одно подтверждение, что все доходит строго. Моторола? Да, Моторола. Моторола получил. Вот Моторола. Все, Моторола отправили, но Моторола принял. Здесь-то ее и потрошил. Да. Здесь и потрошил. Вот так вот. Все доходит. А, может быть, здесь потом? ШБМ, это мой? А, это шлемы же. Это шлемы, ШБМ. Вот, пожалуйста, шлемы, которые дошли. Это шлемаки были здесь. Вот как 74-го года. Да вы что, ребят, как раз под фейерверки, так понимаю. Да. Спасибо, мужики. Ну, это для всего нашего фонда, для всех тех людей, благодаря которым нам удается собирать грузы для вас. Спасибо, ребят, большое. Спасибо. Андрей, благодаря которому он закупил на 3 миллиона вот берцы, в которых, да, вот мы с вами сейчас бегаем. И Михаил, Южно-Сахалинск, 8 миллионов рублей потратил. Благодаря таким людям, вот эти герои сейчас одеты, обуты, в касках и защищены. Ну да, ну как бы, Гипсов, вот мы почему тебя сюда привели, да, чтобы ты посмотрел реально, что все доходит. Все доходит, все, да. Вот вижу, вот все ребята стоят в каске и тому подобное. У нас есть еще остались, вот ребята раздетые. Так вот сегодня оденем уже, ночью перетянем и оденем уже, все. Ну да. Не, но у него свой стиль. Надо, у него стиль, действительно. К этому стилю бы еще броник. Броник, да, мечту Моторола и все, и будет закончено, когда уже кинозвезда практически. И все. Так что всем тем, кто присылает свои средства, огромное спасибо. Все идет вот этим героям. Спасибо. Кстати, Киргизия тут. Киргизия начала помогать. Вот 20 тонн продовольствия обещают. Лукбек, по-моему, зовут человека, обещает уже через неделю прислать 20 тонн продовольствия. Вот узнаем. Вот можно сразу сказать, да, Моторола? Если не пришлет... То да, уже Моторола, ты будешь Моторола звонить Моторола на этот непонятный номер. Моторола поедет за этим продовольствием. Киргизии еще не хватало, да. Киргизии еще не воевал. Вот туда надо приезжать, военные фильмы снимать. Пожалуйста, вот главный режиссер. И актер в одном лице. А мы все, Рэмбо смотрим, Шварценеггеров. Нет, вот идут русские герои наши. Опытный. Это что? Осечка. Конченый лоб. У меня волнов нет. У меня есть. Не все. Пусть дети играют. Надо да, свою голову спрятать. Ой, ёшкин кот! Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы в империю верим с новой силой. Новороссия. Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы в империю верим с новой силой. Новороссия.